Приветствую всех, с вами Маркелло Борис. Я продолжаю развивать CryptoHands, вот это мой кабинет. Но между делом еще начал собирать коллекцию всяких разных прикольных сайтов, которые якобы можно денег заработать на них. Давайте посмотрим структуру. Вот мой дом. Смотрите, вот на этом прикольном сайте уже 2 человека зарегистрировались, и здесь я 5 долларов получил. Еще одну приколюху нашел, вход 100 рублей, в принципе, не такие огромные деньги, но якобы здесь можно заработать аж прибыль до 25 300 рублей. Кто хочет попробовать, можете попробовать. Вот ссылку, я вот эту ссылочку оставлю у себя под видео. Ну, что мне здесь еще интересно стало, что здесь за эти же деньги еще можно разместить рекламу. Где она будет там у меня транслироваться, я понятия не имею. Вот моя реклама, она, видимо, где-то размещена, написано, что она работает. Работает она на CryptoHands. Ну, почему бы нет? Почему бы за 100 рублей не покрутить свою рекламу еще и поучаствовать? А вдруг вот эти 25 300 рублей еще и заработают? Прикольно же. Ну, ссылочку, я уже сказал, вы найдете в описании под этим видео. Также ссылочку вот на эту штуку я тоже оставлю под этим видео. И смотрите, здесь вам нужно будет зайти, зарегистрироваться, пройти регистрацию, короче, зайти в мои счета, пополнить счет. Здесь пополнение счета идет, вот Pair добавили и с Perfect Money. То есть можете с Pair пополнить, можете с Perfect Money пополнить. То есть здесь особой разницы нет. Pair не было вот до этого времени, сейчас Pair появился, тоже очень удобно. Потом заходите в свой дом, здесь будет кнопка купить там свой дом или активировать свой дом, не помню точно, как там будет. Ну, просто пополните свой счет на 5 долларов, у вас здесь вот в личном счете будет 5 долларов. Все, вы, короче, это все сделаете и смотрите. У меня здесь вот накопительный счет какой-то, начисление на свой дом 5 долларов, начисление на свой дом 5 долларов. Вот, я здесь еще вывод делал 5 долларов. Ну, короче, если кому интересно, вот на 100 рублей можете зайти на 5 долларов, как вам удобно, так и заходите. Пока на этом заканчиваю, буду еще искать приколюхи, если кому интересно, ссылки на регистрацию под видео. Всем привет!